Джентльмены, хочу сделать экспериментальный выпуск на канале, дабы разбавить суровый гиревой контент и немножечко вас впустить в свою, можно даже сказать, личную жизнь. Дело в том, что я решил наконец-то в 37 лет взять себе первое авто. И мне нужен совет. Совет вас, дорогие подписчики, потому что я посмотрел, у нас аудитория 90 с лишним процентов мужчины, средний возраст от 25 и выше, до 45 в основном. Поэтому я думаю, что у многих из вас, давайте в тенечек присяду, у многих из вас есть личное транспортное средство. Возможно, кто-то с этим вопросом, подбором авто связан, возможно, и скорее всего так оно и будет, вы мне подскажете, какое лучше первое авто взять для того, чтобы ездить спокойно и, жаргонное слово применю, извините, не париться. Бюджет, так как это первый автомобиль, я установил ценник от 4,5 до 5 тысяч УЕ. В общем-то, в этих рамках хотелось бы найти машину. Какие варианты я рассматриваю? Это Шкода Фабия, Шевроле Лачете, Мазда Тройка, Опель Астра, Форд Фиеста, Сиат Ибица, Фольксваген Поло. И, может быть, даже вариант будет ВАЗ или, допустим, Део Ланос. Какие у нас еще машины есть такой? Митсубиси Кольт, возможно, какие-то Хюндай. Понятно, что машина будет бэушная, машина будет с историей, но у кого история из этих автомобилей будет не такая тяжелая, тот и будет у меня находиться, грубо говоря, под пятой точкой. В общем, надеюсь на вашу помощь, на ценные советы. Все комментарии под этим видео я прочитаю, уж будьте в этом уверены. Потому что мне безумно нужен ваш совет, нужна ваша помощь. И в этом деле абсолютный профан. И если вы поддержите лайками, комментариями, не захейтите это видео, то я с удовольствием продолжу данную тематику и буду впускать вас в свою жизнь немножко побольше. Я уже показывал и семейные моменты, как детей тренировать, и рассказывал о том, какие книги я читаю. Я думаю, что более близкое знакомство всегда интересно, и вот такая обратная связь полезна. И если все получится в ближайшее время, да, даже если не в ближайшее время, нет никакой спешки особой, то я, конечно же, проедусь вместе с вами. И я думаю, это будет достаточно забавно. Права есть. Есть желание освоить новый для себя навык. Осталось только выбрать автомобиль. Хочется взять что-то более-менее живое. 2000, грубо говоря, с 2002 по 2008 год. Объективно глядя на вещи. О многих машинах я читал, смотрел обзоры, но я настолько хорошо знаю, как вы всегда меня поддерживаете, всегда даете дельные советы ценные, что решил обратиться с данным вопросом к вам, уважаемые подписчики. Причем, я думаю, это пойдет и на пользу канала, так как все-таки аудитория почти 150 тысяч, и аудитория наша имеет разные вкусы, разные предпочтения. Понятно, что нас здесь объединяет вместе любовь к силе, любовь к гирям, любовь, в принципе, к здоровому образу жизни. Но заниматься, жизнь состоит из многих сфер, многими видами деятельности приходится. И если вы будете не против, я буду с вами делиться немножко большим количеством информации. Как-то так, жду комментариев. Будем вместе выбирать. Пока-пока.